И видим, наш файл скачался напрямую, то есть без различных загрузчиков. Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о методе, который позволит вам скачивать файлы с файлообменников без вирусов. Сюда входят такие сайты, как Disk Space, Skechai Pro, MediaDisk и тому подобные сайты, которые требуют перед скачкой файла загрузить их загрузчик. И сейчас я вам расскажу, как можно избавиться от установки данного загрузчика. И для начала вам необходимо сделать следующее. Открыть ваш Google Chrome, далее перейти на сайт скачки вашего файла. Вот я уже перешел. И далее нажимаем правой клавишей мышки по сайту. Далее смотрим «Просмотреть код», нажимаем. И видим, у нас появилась панель разработчика. Здесь нам необходимо просто будет нажать вот на эту иконку. И у нас сайт начинает отображаться как Google Device Galaxy S5. То есть сейчас сайт думает, что мы сидим с телефона. И чтобы скачать файл без различных загрузчиков, вы просто кликаете в этом режиме на скачать. И видим, наш файл скачался напрямую, то есть без различных загрузчиков, которые нам обычно скачиваются. Вот наш текстовый файл. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также буду благодарен, если подпишетесь на мой канал. Смотрите другие мои различные ролики, которые будут вам, думаю, полезны. Все, всем пока.